Мошенница представилась медицинской сестрой и похитила золотые украшения у школьниц. Полиция Сулейманстальского района задержана 26-летняя жительница Дербента. Девушка, выбрав момент, когда три третьеклассницы селения Касумкент остались без надзора взрослых, под предлогом проводимой санитарной обработки завладела ювелирными изделиями школьниц. Девочки рассказали о случившемся родителям уже дома. Сумма похищенного – 55 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Липовая медсестра предстанет перед судом. Детей это с Сережкой взяли. Поподробнее расскажите, как все это происходило? Я пошла просто смотреть, как там ребенок мой. Потом оттуда я видела девочек. Я сказала им, что я медсестра. Можно посмотреть сережки. Они мне сами сняли, дали. Вот, сказали. Потом я отсюда ушла. Не вернули. Я сказала, верну этот сережки. Потом я не вернула. А для чего вы это сделали? Денежные, финансовые у меня. Проблемы были у меня.